сумерках хорошо прятаться и нападать из-под тишка. Удар в корпус. Убой за бой. От звезд слишком мало света. Трудно поверить, что на этой доске еще сохранились объявления. Машины, которые тут работали, вряд ли что-то публиковали. Ты приближаешься к одному из самоделательных заводов таксанола. Не теряй бдительности. Корпорация «Таксанол» производила тут множество вещей. Немногие из них пережили это место. Все, что можно было продать. Обычно это были дешевые вещи, которые быстро ломались, поэтому приходилось покупать их снова и снова. Смотри по сторонам. Может, найдешь след под мусорными завалами.
прислушайся к ночным созданиям. Ломай кости! Ух, так и заразиться недолго. Впереди будут места и похуже. Энергия на максимуме. Расплющи их. Ого, кто бы мог подумать?
Смотри, свет! То есть след! Это правда след! Даже среди всего этого мусора можно найти много полезного и интересного. Ты удивишься, если я расскажу, сколько можно узнать по вещам, которые создавали и продавали. Только не залипай на здешних следах. Их можно найти и в менее депрессивных местах. Ты можешь выдержать что угодно. Можешь закончиться. Переполнение ци. Хорошее оружие начинается с хороших материалов. Найди зацепку.
просыпаются любители яркого света. Лучше, чем ничего. Антенну нужно нацелить в правильном направлении. Как глазоящик заставить вещать? Тут уж как повезет. Но если повезет, то выходит круто. Эй! Зуботычный пирог. При свете тут так оживленно.
Эх, ну и шрам останется. У тебя полно энергии. Еще чуть-чуть. Выруби их. По крайней мере, с пустыми руками ты не уйдешь. Кулак лицо. Мир полон тайн, которые только и ждут, чтобы их раскрыли. Навёхонький денёк.
скажи голове, чтобы не кружилась. День означает, что скоро наступит ночь. Эй, смотри, тут для тебя металлохлом.
Неплохо смотришься. Ну, хоть кто-то носит штаны. Давай что-нибудь сделаем. Берегись, тут водятся крупные хищники.